У меня такая ситуация сейчас, что я здесь, в Болгарии, переехал один. Мои родители остались в Москве. И, ну, как вы все знаете, в России там православная церковь, и поставить свечку, поцеловать икону, у них там это вот основное, да? И, как мы все знаем, идолопоклонничество – это большой грех. Поэтому я начал проповедовать своему отцу из Писания то, что я узнал вот из лекций, из Духовной Академии, из библейского курса. Вот. Он меня послушал, хотя сначала в нем говорило какое-то сопротивление. Я ему сказал: отец, это в тебе дьявол говорит. Я говорю: помолчи, послушай, что я тебе скажу. Он слушал. И ну, после этого он меня поблагодарил, сказал, что сын, ты прав, и спасибо тебе, что ты это сказал. Я сказал: спасибо, отец, что ты меня выслушал, несмотря на то, что я младший сын в семье. Обычно младших редко слушают. Вот. Но в этой ситуации, да, он поблагодарил меня. Я сказал, что люблю его и что очень скучаю. К сожалению, сейчас не могу вернуться домой, чтобы увидеть родителей. Но надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону. И, возможно, даже они приедут сюда и придут. И послушают, как мы прославляем. Аминь. Спасибо. Слава Богу. Да, я хочу всех призвать, чтобы у вас не копились маленькие свидетельства, как Даша сказала.